Приветствую вас, уважаемые гости, коллеги, подписчики моего канала. Как видите, пришла мне очередная посылочка, и сейчас мы произведем ее распаковку. Но сначала я хочу передать привет и поблагодарить магазин «Я моделист». Спасибо ему огромное за партнерскую помощь. И также хочу отдельно поблагодарить Сергея Воронкина, благодаря которому я могу получать посылки транспортной компании СДЭК, и он мне их пересылает. Спасибо тебе огромное, Серега. Ну а сейчас распакую коробочку. Коробка на самом деле большая, не помещается в объектив. Поэтому я сейчас ее открою и все буду выставлять на стол, чтобы было хорошо все видно. Достал все с коробки. Как видите, все отлично упаковано. Вот чем мне понравилось, что сейчас, когда появилась в Беларуси транспортная компания СДЭК, все очень быстро приходит. Уже цена три раза, наверное, дешевле, чем получать по почте. Поэтому коллеги-моделисты из Белоруссии. В Белоруссии уже появилось в шести городах транспортная компания СДЭК. И вы с магазина «Я моделист» можете сэкономить себе на доставке. И плюс все знаете, что там довольно-таки хорошие цены как на продукцию, на краски, на всякую химию и на модели. Всегда хорошие акции проходят. Поэтому рекомендую. Вот. Ну, начнем смотреть. В таких коробочках у нас запакованы краски Мистер Хобби. Ну, все баночки не буду показывать по отдельности. Вскроем и посмотрим. Лак Мистер Хобби, все хорошо упаковано, отлично. Растворитель для акриловых красок, тоже, друзья, рекомендую, так как здесь хорошая емкость, 400 миллилитров. Хороший качественный растворитель. Я думаю, скоро сниму видео по тем краскам, которыми я пользуюсь и которыми крашу. И все расскажу, какими растворителями пользуюсь, какими красками, в каких пропорциях развожу. Все будет на канале. Друзья, еще хочу обратить ваше внимание, что на канале «Я моделист» также можно и приобрести интересные, хорошие настольные игры. Тоже вскрытие этой коробочки и краткий обзор я покажу и расскажу на своем канале. Также на канале «Я моделист». Так, что у нас в этих коробочках? Хорошо запаковали. А здесь у нас, друзья, химия и пигменты компании Model Lab. Сейчас эта продукция стала недавно, буквально недавно поступила в магазин «Я моделист».
Поэтому тоже будем ее пробовать, тестировать. И про все вам расскажу и покажу. Одну баночку я видел в коробке с красками. Потом достану. И пигменты МХП. Тоже попробуем, протестируем. Я этой продукцией еще ни разу не пользовался, но наслышан про нее хорошие отзывы. Поэтому проверим и расскажем. Клей. Цемент Мистер Хобби S супер текущий. Так, в этой коробочке тоже пигменты МХП. И такие вот наборы МИК. Фильтры зеленые. Набор МИК для африканского корпуса. Тоже фильтры, эффекты. Сделаю обзоры и расскажу, что в этих наборах находится, тоже скоро на канале. Кому интересно, смотрите. И набор для техники в Афганистане, в Ираке, нанесение эффектов, тоже фирмы МИК. Вот такая вот отличная посылка мне пришла с магазина «Я моделист». Ссылка на магазин будет под видео, хотя и так многие наслышаны про этот магазин, и многие уже являются постоянными клиентами в этом магазине, так как всегда быстрая оперативная доставка, на вопросы сразу отвечают, что-то могут порекомендовать, посоветовать. И хочу еще раз поблагодарить. Спасибо большое магазину за партнерскую помощь каналу. Ну и вам, друзья, огромное спасибо то, что смотрите, то, что комментируете, помогаете советами, подсказываете. Иногда многое можно не увидеть на модели, но со стороны людям бывает виднее, и вовремя подсказанная подсказка бывает решающей. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.